Здравствуйте! Я нахожусь в магазине Леруа Мерлен в городе Казань. Сегодня рассмотрим аксессуары для ванной комнаты. Мыльница пластмассовая, вставка бамбук, стоимость 243 рубля. Стакан для зубных щеток с устойчивым основанием, стоимость 292 рубля. Также стаканы белые, с золотистым основанием, за 430 рублей. И рифленый с серебристым основанием за 220 рублей. В комплект можно подобрать ёршики для унитаза. У некоторых ручка съемная из нержавеющего металла. Щетки можно менять, цена сменных щеток 162 рубля за две штуки. Удобная мыльница, цвета на выбор, можно собрать также полный комплект. В ассортименте бюджетные наборы подходят как для дома, так и для дачи и бани. Все сделано из пластмассы. Легкие очень. Смотрите, какие оригинальные дизайны с лепестками. И с различными растениями. Также все в наборе. Морская тематика с ракушками. Например, такой стакан 348 рублей. Корпус изделия наполнен гелем, в который помещены разные фигуры. Благодаря этому создается трехмерный эффект. Здесь внутри гель синего цвета с фигурами из рыб. С камешками. Разных размеров. Тут находятся наборы из затемненного стекла. Черный, зеленый цвет, красный. Затемненные стекла. Удобный дозатор. Далее наборы из керамики. Помолчи, пожалуйста. Это такой тяжелый диспансер серый бетон, 1013 рублей. В Леруа Мерлен очень большой выбор аксессуаров для ванной комнаты.
Ёршики, бюджетные варианты. Дозатор для мыла с такой широкой большой кнопкой, скажем так. Маленькая мусорка для мелких деталей, 121 рубль. Набор из двух корзин, ширина 27 сантиметров у большого и 24 сантиметра у меньшего. Вот такие размеры, объем и высота. Здесь на выбор представлены более дорогие аксессуары. Очень стильно и лаконично смотрится. Такой стакан для щеток сделан в виде натурального камня. Состав – полимерный материал. А здесь прозрачные наборы из пластика. Органайзеры для косметики разных размеров. Есть такие подставки. И вот маленькие. Пример как на картинке. Фактурные мыльницы, дозаторы пластиковые, 201 рубль. Здесь представлены наборы в песочных, спокойных тонах. Стакан в виде мраморного рисунка. Такой песочный цвет мыльницы. Такой стакан в виде перламутрового стекла. Здесь вот также дозаторы в светло-розовом оттенке и в желтом. Дорогие мои, если вам было интересно это видео, нажмите, пожалуйста, палец вверх и подпишитесь на канал, нажимайте колокольчик для того, чтобы первыми увидеть следующее новое видео. Стакан с морской тематикой, рисунки с ракушками. Очень интересно сделан у него ёршик для унитаза, подставка. Здесь изделие со стеклом. Вот, например, стакан декорирован кусочками мелкого стекла. Цена такого стакана 692 рубля.
Весь набор в наличии. Такой дозатор в виде камня. Состав у него цемент и полимерный материал. И в заключение хочу сказать, сюда обязательно стоит прийти, ведь большой выбор никого не оставит равнодушным. И на этом все. Пока-пока. Также делитесь этим видео со своими знакомыми.